Оптический прицел Redfield Revolution 3.9 на 42 RFOplex. Превосходно подходит для охоты. Система линз иллюминатор со специальным многослойным покрытием обеспечивает максимальную светопередачу, гарантируя яркое и четкое изображение. Модель обладает универсальным диапазоном увеличения, это 3,9 крат. Оно позволяет эффективно использовать его для охоты в различных ситуациях и условиях. Особенности. Это большое удаление выходного зрачка и окуляр Rapid Target Acquisition. Такая фишка, она позволяет быстро и точно прицеливаться. Система поворот-выстрел, Dial and Shot, или DNS сокращенно, позволяет точно измерить расстояние до цели и внести поправки на понижение траектории и снос ветром. Системы линзы иллюминатор со специальным многослойным покрытием обеспечивают максимальную светопередачу, опять же, которая гарантирует нам яркое и четкое изображение при любом освещении, при любой погоде. Система регулировки с шагом в 1/4 MOA позволяет проводить настройку для максимальной точности стрельбы. MOA — это такая, скажем так, величина, которая определяет, используется в баллистике на Западе, определяет оценку кучности стрельбы. Так, и из последних фишек, корпус полностью защищен от влаги и запотевания, то есть он абсолютно герметичен. Давайте посмотрим характеристики. Увеличение крат 3,3 до 8,5. Диаметр линзы объектива в миллиметрах 40. Диаметр центральной трубки в миллиметрах 25 на 4. Поле зрения в метрах на 100 метров от 11 до 4 метров. Вес составляет 357 грамм. Длина 312 миллиметров. Фокусное расстояние от окуляра в миллиметрах 107-94. Значение клика в миллиметрах на 100 метров 1/4, диапазон регулировки в метрах на 100 метров 65, выходной зрачок в миллиметрах 12,1-4,7. Нравится этот или в принципе продукция от компании Redfield, можете нажать на кнопку в левом верхнем углу и что-нибудь себе подобрать или купить конкретно этот. Это был Максим Пнемат 24, до новых встреч!